Родные мои, друзья, единомышленники, я обращаюсь к вам с необычной просьбой поучаствовать в создании нашего фильма. Дело в том, что наш фильм «История заблудшей овечки», над ним я начал работать много лет назад, и он даже побеждал в конкурсах сам сценарий. И в нем дали согласие работать такие наши любимые актеры, как Петр Николаевич Мамонов и Армен Борисович Джигарханян. История хорошая. Она честная, во всяком случае. Если мы в себе разбудим это желание, это абсолютно мощная вещь. Я видел много. Все живет в нас. Сомнения, дойдем, узнаем, полюбим и не состоится. Но все равно мы хотим этого. Есть такое понятие синергия, да? Синергия может быть у творческого человека с Богом и, может быть, синергии между людьми и единомышленниками. И я верю, что совместно мы все вместе сможем этот народный фильм «История заблудшей овечки» претворить в жизнь, и мы сможем его потом посмотреть на экранах городов.